Аркадий, Маргарита Павловна не велела задерживаться в час регистрации. Спокойно. Аркадий, алиас Гимах. Фюнф минут, Савва Игнатьевич. Была такая жизнь в те годы, которая не называлась советским бытием. Это жизнь талантливых людей. Талантливые люди живут всегда. Во всяком случае, они умеют об этом хорошо вспомнить. Вспомнить главное, что не давало жизни раствориться в дрожи телефонных звонков, работе, стоянии в очередях за хлебом насущным. Воспоминания талантливых людей, поставленные талантливым режиссером и сыгранные талантливыми артистами, это тот компот, из которого у простых людей рождаются воспоминания о вкусном мороженом, молоке в бумажных пакетиках и колбасе по 2,20. Разница в том, кто и что сумел рассказать о своей молодости. Кто на фоне коммунальной жизни сумел запомнить что-то хорошее. Ведь хорошее есть всегда. Хорошее не только то, что можно съесть. Хорошее из прошлого добывают таланты. Они выносят оттуда изумруды и алмазы, добытые нечеловеческим трудом мысли и собственной памяти.